300-тысячным пассажирам аэропорта, который носит имя нашего прославленного земляка Николая Михайловича Карамзина, оказалась Юлия Теребинина, пассажирка рейса авиакомпании «Руслайн» в направлении Ульяновск-Санкт-Петербург. Девушка была приятно удивлена. Я не ожидала на самом деле. Вообще, я в Ульяновске третий день, можно сказать, да? Три дня всего здесь, первый раз. Вообще, я от города, у меня замечательные впечатления, конечно. Ну и... вообще, вот это вот все шоу, как у вас танцевали, это просто потрясающе. Такой первый раз вижу и никогда ничего не выигрывала. Очень приятно, конечно. Юбилейного пассажира сначала встретили праздничным флешмобом. Потом генеральный директор аэропорта Сергей Наконечный лично поприветствовал пассажирку и вручил ей сертификат на годовое обслуживание в бизнес-зале аэропорта Ульяновск-Братаевка. Рост пассажиропотока обусловлен не только развитием внутрирегиональных перевозок. Вот мы сейчас выполняем рейсы в Москву, Санкт-Петербург, а в этом году мы еще и открылись как международный аэропорт. То есть мы более 23 тысяч человек обслужили на международных рейсах. Это рейсы в основном в Анталию, и бизнес-авиация летала от нас в Европу. Также девушка получила сертификат на бесплатный авиаперелет по всей маршрутной сети авиакомпании. Но на этом подарки не закончились. От постоянных партнеров Ульяновского аэропорта, одного из отелей Ульяновска, пассажирка получила сертификат на бесплатное проживание. А кафе, расположенное в здании аэровокзала, подарило сертификат на бесплатное посещение. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, новости Улправда ТВ.